Привет, зритель. Сегодня у нас 25-я жара. Чуть поменьше, может, чем вчера, на 1 градус 27 в теньке. Сейчас у нас часы на 10 минут сзади. Сейчас 10 минут где-то 5-го. Я залезла в шкаф на кухне, думаю, что-то у меня такое лежит в чашке. Чтобы сдвинуть чашки, поставить еще чашку с сушилки. Потому что в горке-то я пока еще никак не разберусь, ибо вот, ну, как-то вот жарко, блин. И я, короче, смотрю, а это вау, измельченные сушеные плоды шиповника и боярышника, черной рябины, красной рябины, короче говоря, витаминный сбор. И надо бы было взять термос, но как-то у меня в итоге так и не сложилось. Тогда было много вещей, потом как-то я забыла, и я думаю, можно же в чашке заварить. И вот я заварила в чашке, еще не мешала, потом через трубочку, которая... Бомбили я от колебасы попью. А тут у меня черная смородина на брошенном огороде с 4 кустиков. Ну как кустики, они уже почти выродились. Один кустик еще почти практически не дозрел. Тут вот со слепу еще 2 зеленых ягодки сорвала. Я примерно горсть такую схомячила, ну чуть поменьше. И вот столько у меня еще осталось. Еще есть, мне сказали, там 2 куста за домом. Еще в прошлом году говорили. Но у меня как-то не получилось в прошлом году дойти, а в этом году весной я их внезапно обнаружила, насколько помню. Мне вчера помидоров привезли. Одну мы хомячили, а 3 вот как бы зреют. Меня там монтируется, надеюсь, удачно ролик, ничего не свалится. И что? Я тебе тупо хотела показать вот этот вот напиток. Это из серии «Чего я тут себе готовлю?». Ну это, пока, зритель.